нынешний народный артист, который перед вами сидит, в детстве мечтал стать ветеринарным врачом, в юности получил направление от колхоза имени Жданова Орловской области, поехал поступать в сельскохозяйственный институт, слава богу, провалил математику. Но когда он вернулся поверженный, он даже увидел объявление в газете, что в том же городе Воронеже, это ближайший бы большой город, учат на актеров театра и кино, и что можно на прослушивание. И я взял вот этот клочок и поехал прослушиваться. Меня прослушали и сказали, что ну вам надо готовиться, вам готовиться надо. И чего я понял, что меня там не ждут. Тогда я пошел в армию. А в армии-то я вот уже и... я вспоминаю великую Эльвиру Александровну Кузьмичеву, которая сказала: ты будешь артистом, наверное, неплохим. Выходи на сцену и гром и объявляй. Я вышел и благим матом просто орал, объявлял номера концертные. Из чего все сделали вывод, что у меня есть способности, хоть и нет таланта. Я думаю, что обстоятельства, которые никогда не бывают случайностью, отныне я знаю, нет случайности в этой жизни, это только маленькое звено в цепи закономерностей. Так я пришел на телевидение, думал, что меня выгонят, а меня там оставили, в городе Орле. Странно, но факт. Куда хотел, оттуда выгнали. А куда пришел случайно, там и остался. Вот уже лет 35, я как-то так вроде неплохо себя чувствую.